Самое время взглянуть нам на небо и узнать, что же звезды предвещают нам на этот вторник. Всех ожидают внезапные известия и события, которые потребуют от вас быстрого реагирования. Расставьте приоритеты, выберите для реализации наиболее важные дела. Овны, верьте только себе. В свете последних событий у вас поменяется мнение о людях, к которым вы очень даже неплохо относились. Вы испытаете даже некое разочарование. Лучше всего сегодня вам будет даваться общественная деятельность, с легкостью получится объединить абсолютно разных людей. Тельцы. Свободное время стоит потратить на занятия в спортзале. Сходите в бассейн, на массаж. Это вам принесет максимальную пользу. Не оставайтесь со своими мыслями один на один. Это может привести к тому, что вы запутаетесь в них. Начнете переваривать все сказанное вами в течение дня и найдете повод для расстройств. Вам это ни к чему. Близнецам нужно активно заняться работой. Вашей решимости хватит, чтобы преодолеть любые трудности на пути к цели. Если вы не растратите накопившуюся энергию, будете ощущать некий дискомфорт, поэтому стоит действовать, что бы ни происходило. Вам следует рассчитывать на близких людей, которые всегда могут поддержать не только словом, но и делом. Ракам под силу будет многое. Любые, даже самые рискованные мероприятия будут успешны. Ваш авторитет будет принят безоговорочно. У вас не будет необходимости в деловых партнерах, так как вам верят и хотят с вами сотрудничать. Вечер проведите с любимым человеком. Погуляйте в парке, сходите в кино или в кафе. Это пойдет на пользу вашим отношениям. Львам всеми силами стоит обходить любые конфликты. Откажитесь даже от комментирования и вставки в чью-либо сторону вашего мнения. Никогда не отказывайте человеку в помощи, но четко разграничивайте, когда нужна именно поддержка, а когда на вас просто хотят взвалить чужую работу. Вечером лучшим решением будет сходить в гости. О, кому в гости пойдешь? Девам просто необходимо разнообразить свою жизнь, прекратить смотреть видео в телефоне, а заняться действительно чем-то увлекательным. Вы находитесь в прекрасной физической форме. На пользу вам подойдет хотя бы небольшое путешествие. Новые знакомства внесут разнообразие и интересы в вашу жизнь. Все изменения будут к лучшему. К тебе пойду пастилу есть. Весам захотят ввести в заблуждение кто-то или что-то, или даже вас захотят обмануть. Чтобы этого не произошло и день позитивно закончился, вы должны быстро реагировать на любую информацию. В этом вам будет помогать хорошая мобильная связь, а также беспрепятственное передвижение. Это может быть машина под рукой или такси. У скорпионов один из самых благоприятных дней для планирования на ближайшее время и постановки целей. В этот день вы будете полны сил и энергичны с самого утра. Без раздумий начинайте новые дела. Результат будет достигнут и очень удачный для вас. Есть вероятность, что сегодня вас будут ждать новые знакомства с вашими будущими коллегами. Стрельцам предстоит сегодня хлопотный и суетливый день, который может принести как стабильность, так и некоторое продвижение в делах. В ближайшее время в финансах возможно улучшение. Постарайтесь удержать полученные деньги и не потратить их сразу. А также сегодня могут ждать приятные мгновения в любовных отношениях. Заряжайтесь энергией и силой на следующий день. Прям я уже предвкушаю вот эту вот всю суетливость в отношениях. Да потому что я в гости приду на пастилу. Козероги одержат крупную победу. Сейчас самое подходящее время для обучения и образовательных курсов. По дороге домой зайдите в книжный магазин. Обязательно найдете там интересную литературу. Сегодня будьте готовы к серьезному разговору с партнером. После этого ваши отношения уже не будут прежними. Водолеям необходимо научиться любить себя и ценить свой труд. Только так вы в настоящее время сможете добиться материального благополучия и душевного спокойствия. Деньги, которые к вам сегодня будут приходить, не тратьте и по возможности отложите. В личной жизни все остается без изменений. Таких желанных близких отношений пока не будет. Рыбы. Звезды повысят ваш интерес к современным технологиям и гаджетам.
В ближайшее время это благоприятно скажется на вашей коммуникации. В профессиональной сфере сейчас нужно быть смелее и инициативнее. Ваши идеи руководство оценит по достоинству. Высокая вероятность получения материального вознаграждения в виде премии или подарка. Вот это прям хорошо для рыб. Ну что ж, вот такой вот интересный прогноз от звезд получился на этот день.